Всем привет! Сегодня у нас на кратеньком обзоре летние велоперчатки, конечно же, с AliExpress. Откроем, посмотрим. Это я уже второй раз покупаю такие перчатки. Стоимость у них небольшая, что-то в районе $3. Качество на эти $3 вполне нормальное. Так, сейчас надо эту штуку отрезать. И мы посмотрим поближе. Сверху у нас сеточка. Она хорошо продувается ветром. Это уже проверено. Туго. Здесь небольшие вставочки для смягчения. Нельзя сказать, что они сильно мягкие, но чуть-чуть будет смягчать руку во время езды. Сидят они удобно. Здесь у нас прострочено. Тут специальные такие вот лямки для того, чтобы легче было снимать. Вот они так выглядят. В принципе, вот этот материал очень даже хороший. В нем не жарко, он хорошо продувается. Надпись, конечно, слетит. За несколько месяцев она обсыпается. У меня есть, я в таких вот, точно такие же. Они были заказаны, кажется, в 2016 году. И отъездил я в них полноценно 3 сезона, 16, 17 и 18 год. И вот можно на них посмотреть, как они за 3 сезона. А 3 сезона у меня, ну, я думаю, что если я езжу примерно по 10 в год, откинем там осенние, зимние месяцы, ну, в любом случае 1020 километров эти перчатки проехали. И вот можно посмотреть. Они не развалились, они выгорели, конечно. Здесь вот появилась какая-то дырочка, где-то зацепил. Надпись слетела, но вся ткань целая, здесь целая. Ну вот, оторвалась одна лямка, и здесь чуть-чуть пошло. Но за 3 года, я думаю, это очень даже нормально. Что удивительно, липучка целая. Как правило, все, что я замечаю у других людей, даже на дорогих перчатках, первое – это умирает липучка. А здесь липучка за этот период времени очень даже хорошо сохранилась. Вот посмотрите, как они выглядят. Да, сеточка, конечно, уже отличается. Но все-таки это 3 сезона на солнце. Я считаю, что, в принципе, качество хорошее. Поэтому я заказал себе 2-е. И точно такие же черные. Там есть еще серые и синие. Хорошие перчатки. Можно в них ездить. Очень удобно. Размерная сетка. Там можно померить. Все расписано подробно. Ссылочка на продавца будет в описании. Переходите, покупайте. Всем пока.